Пабло Пікассо колись сказав, усі намагаються зрозуміти живопис. Чому ж вони не намагаються зрозуміти спів птахів? Тож ми разом із вами сьогодні будемо тільки насолоджуватися мистецтвом у рамках програми «Party Time». З вами Яна Лізаренко на Фаворит ТВ. Сегодня ресторан «Пушка» говорит своим гостям: добро пожаловать в мир шедевров художественного и кулинарного искусства на открытии выставки продажи от галереи современного искусства «Паллада». День торжественного открытия выставки состоится дегустация замкового коньяка «Шато де Монтифо». Мы работаем с 2008 года. У нас представлено разнообразие авторских работ, разных направлений, разных стилей, абсолютно разные сюжеты. Работаем с современными авторами, современными художниками города Харькова, а также других городов Украины. Кого вы сегодня представляете здесь, в ресторане «Пушка»? Сегодня мы представляем Иванова Александра, украинский гротеск, станичного Алла, постмодерн, импрессионизм, Краповинский Сергей, Дорохова Майя, классика, классическая живопись. Есть ли у галереи какая-то цель, какая-то миссия, возможно? Мы хотим развивать в Украине, и в Харькове в том числе, искусство, любовь к искусству, любовь к творчеству наших авторов, потому что это не просто художники, это художники, которые изображают на своих работах свою жизнь, свой характер. Что вдохновило и что, может быть, подтолкнуло вас для того, чтобы сделать выставку в Пушке? Ну, естественно, подобные проекты делаются в Киеве, столице. Также мы посещали ряд выставок в Европе, посмотрели, как работают правильно люди, и решили заниматься подобными коммерческими выставками. Здесь есть больше возможностей, больше смелости. И, скажем так, ценители искусства могут оценить это действительно по существу. Также подобные работы, они подчеркивают интерьер заведения. Здесь намного приятнее находиться. Каждый раз экспозиции могут обновляться. То есть сегодня это может быть все в авангардном стиле, завтра в более классическом. Ну, естественно, это привлекает публику. Но планы у нас только наполеоновские. То есть мы идем с новыми проектами, мы их развиваем, мы их воплощаем в реальность. В планах удивлять, показывать. Дим, скажи, пожалуйста, в рамках ресторана, в рамках вот такого вот гастрономического отдыха, есть ли место живописи? Могу сказать следующее, что даже, а почему именно в рамках ресторана? Место живописи есть, по-моему, везде. Всегда было и, более того, по-моему, будет. Ближе того, хотелось бы сказать, что живопись – это ведь имидж каждого человека, это имидж любого заведения, это имиджевый подарок, это достойный подарок на любое мероприятие, будь то день рождения или даже Новый год, как по мне, потому что все-таки картина, более того, именитого художника – это всегда красиво, достойно и хорошо. Что касается тебя, ты лично интересуешься искусством, живописью в частности? Сказать так, чтобы точно прямо интересовался каждым из художников в мировой живописи, скажу честно, нет. Бывают такие моменты, что просто, ну, некогда этим заниматься. Но люблю, когда мне дарят друзья картины. Картина не должна быть для меня какая-то безумно дорогая. Она не должна быть для меня так, чтобы ее ценили и все заходили и узнавали. Она должна просто вписываться в интерьер моего дома или моей работы.
Александра, очень рада вас здесь сегодня видеть. Вы сегодня пришли в Пушку просто поужинать или конкретно на выставку? Нет, конкретно на выставку, потому что как-то чисто случайно, самый первый раз, когда был у галереи «Паллада» открытие, я туда попала, мне стало очень интересно, потому что галерея «Паллада» всегда делает интересные презентации, и поэтому услышала, что будет презентация в Пушке, и поэтому специально для этого пришла посмотреть на картины. Ну, если вы уже знакомы уже с «Палладой», наверняка уже что-то приобрели. В основном приобретала только керамику, чисто для интерьера, а так, чтобы картины только присматривались пока что. Сегодня торговый дом «Ардал» презентует коньяк «Шато де Монтефо». Правильно? Совершенно верно. Да. Почему выбрали именно открытие выставки? Вы знаете, ну, потому что коньяк и искусство, наверное, всегда с вами идут в одну ногу, поэтому хотелось подарить, ну, харьковчанам изысканный вкус, изысканное искусство изображено на картинах, поэтому сочетаниями, как по мне, идеально. Поэтому «Шато де Монтефо» как замковый коньяк и был выбран для сегодняшнего вечера в ресторане «Пушка». Что касается самого коньяка, давай-то немножечко расскажешь его, может быть, характеристики. Характеристики? Ну, я, наверное, буду немногословен, скажу следующее. Смотрите, в коньяке огромное количество производителей, но всего 12 являются замковыми. Это очень сложная технологическая цепочка, и удостоиться звания замкового коньяка – это, наверное, великая слава для любого производителя. Поэтому уникальный коньяк, всем рекомендую продегустировать, но сегодняшние гости вечера в этом убедятся. А гостям, которые нас видят, слышат, рекомендую пробовать в ресторане «Пушка», дегустировать, наслаждаться вкусом, разнообразивать свой вкус, делиться впечатлениями своими друзьями. В общем, как говорил Виктор Гюго, коньяк – это ликер богов, поэтому будьте богами. Сегодня в рамках, да, ресторана «Пушка», летнего дворика замечательного, очень необычное событие. Как ты считаешь, насколько актуально такие выставки проводить именно в ресторанах? Да я считаю, что это очень классно, потому что, в общем-то, люди, которые ценят, оценивают искусство, то есть постоянно находятся в каком-то социуме, в каком-то общении. То есть ресторан там «Пушка», любой ресторан, наверное, для этого идеально подходит. Поэтому я считаю, что организаторы поступили совершенно верно. Их, наверное, новаторство, я думаю, будет высоко оценено со стороны гостей города и харьковчан непосредственно. И тебе кто-то помогал или нет? Нет. Не помогал. А ты, наверное, хочешь стать художником или нет? Ну нет, не художником. А кем ты хочешь стать? Гонщиком хочу стать. Мы рисуем ресторан «Пушка». Вот такой вот красненький домик. Вот это что такое? Пушка. Здравствуйте! Приятно видеть таких вот очень презентабельных людей в ресторане «Пушка», что привело сегодня. Наверняка не просто приятный летний вечер и ужин, а, наверное, еще и что-то другое. Нет, привело сюда мероприятие, конечно, причем двойное. У меня как бы дедушка художником был, поэтому я к живописи неравнодушен абсолютно. Даже в детстве пытался рисовать и так более-менее думал, что стану профессионально это делать, но не получилось. Ну и, конечно же, дегустация прекрасного коньяка. Я на самом деле, как тот известный киногерой, вот я понимаю ту живопись, которая понятна массам, скажем так. То есть я не такой ценитель тонкий, чтобы понимать, может быть, «Черный квадрат». З вами була програма про мистецтво та відпочинок «Паті Тайм». Дивіться нас кожної середи, п'ятниці та суботи о 23.00 на телеканалі «Фаворит» та на розважальному порталі «Харків про отдих». З вами була Яна Олізаренко на «Фаворит ТВ». Побачимось!